Освящение закладного камня в основании – точка отсчета жизни нового храма. По словам священнослужителей, необходимость в новой церкви назрела давно. Так, в Чоповке и ближних селах Кандаурово и Ольшанка проживает около 1000 православных людей. Еще в конце августа организаторы строительства храма обратились за благословением на доброе дело к епископу Игнатию. Правящий архиерей одобрил проект деревянного храма вместимостью около 150 человек. Владыка Игнатий благословил место для строительства и лично наблюдал за ходом работ. С Божьей помощью заложили фундамент храма, и верующие снова обратились к архипастырю, чтобы совершить особый чин освящения закладного камня в основании храма. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Нуждающимся делателям благопоспешства во всем подати, и дела рук их исправить их в совершении силою, действуем благодатью и Пресвятаго Духа спешно произвести. Господу помолимся. Господи, помилуй. По информации инициаторов строительства, храм в селе Чоповка планируется построить за 2 года. С надеждой на Божие благословение строители поставили задачу за зимний период сделать деревянный сруб, вывести под купола и накрыть до крестов, а к весне привести в село. И еще через год начнутся отделочные работы, создание иконостаса и освящение всего храма. После освящения закладного камня архипастырь пожелал помощи Божией в добром деле и напомнил верующим о внимании к внутренней духовной жизни. Все мы под Богом ходим, Бог все видит, не только наши дела, но и тайные мысли. И если получается там согрешить, конечно, в мыслях, это все мы так делаем по немощи человеческой, то обязательно надо своей душе попросить Бога о прощении. На освящении присутствовали и множество маленьких жителей села, которым епископ Игнатий преподал архипастырское благословение и пожелал стать постоянными прихожанами храма. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов по материалам пресс-службы Уварской епархии.